Кто является моим наставником? Мне сложно было ответить на этот вопрос, потому что я считаю, что наставник все-таки образ собирательный. Можно учиться у любого человека, который достиг успехов, начиная от Берлускони, не знаю, заканчивая Дональдом Трампом. Но в свое время я случайно увидел в YouTube видео Радислава Гондопаса. Наверное, оно сыграло ключевую роль в моей карьере, в моей судьбе. Видео, как выступать публично. И я разбирал это видео по кусочкам, по частям. Я тренировался на его учебных фильмах, читал его книги, разбирался с сотрудниками этот фильм, знаю его наизусть. И считаю, что все-таки определяющую роль, так скажем, примером и ориентиром для меня был Радислав Гондопас. А 1 марта 2018 года я буду выступать в Сколково на конференции «Битрикс-24. Идея», куда и вас приглашают, дорогие друзья. На такие площадки ходят только люди, которые имеют запрос на профессиональное развитие. Я считаю, что ты что-то среднее между 5 людьми, которые тебя окружают, и там можно и понетворкиться, и познакомиться, и подружиться, и попартнериться, потом и партнериться всю жизнь с людьми, которые действительно являются сильными. Приходите на конференцию «Битрикс-24. Идея» и окружайте себя сильными людьми. До встречи!